Ну что, дружим городами. Вот это дом, где я живу. 4-й этаж. Так сказать, у трубы балкон, еще 2 окна мои. Там какие-то люди. Это остатки от прачечной. Когда-то в детстве она даже в моем еще работала. Так, сейчас будет попытка пройти с телефоном по этой лестнице и не долбануться. Это соседние дома. Там где-то вдалеке, правда, не видно, механический завод, дома которого от него. В этом доме когда-то жила мамина подруга Лена. Сейчас она в Солнечном. Тут другой район. Тут доисторические деревянные постройки. Кстати, еще раз дом мой. Так, взяла вроде крепко. Теперь камеру постараюсь не заслонять пальцами своими. Это здание бывшей библиотеки, частично разрушенное, частично достроенное. Сейчас непонятно, в каком состоянии. Это улица Академика Опарина. А через дорогу роща, к которой я сейчас пойду в магазин. Ближе это самая библиотека. То полосатое здание желто-красное — это механический завод, и попутно бывшая поликлиника, сейчас амбулатория. Нам попался человек неведомый. Соседний дом за березами, в котором жила бабушка кролика Метальникова.
валун. Их периодически тут попадает. Место, где местные алкаши любят бухать. Оно же березовая роща. Ну и, конечно, русские люди, фиг ли мусор. Где срём, так сказать, там и пьём. Особое внимание стоит уделить мусору. Людей, которые сначала гадят, а потом делают акции, давайте уберем все вместе. Зачем убирать? Точнее, зачем гадить, если потом убираете? Или зачем убирать, если гадите? Там окна вдалеке старого дома и нового дома. Та четырехэтажка или пяти, я точно не помню, это оптика, аптека, еще жилой дом и полтора магазина. Зеленый дом бабушки кролика Метальникова. За березами синее здание вдалеке, это года два, что ли, назад построенное. Забыла, как ее называют. Короче, фигня, которая нас отапливает. Очередной мусор. Можно пойти двумя путями. Можно вон по той дорожке. Но там грязно. И с телефоном я боюсь долбануться. А можно вот здесь резать, я, наверное, пойду здесь. Горка такая уже маленькая, кажется, с которой я мелкая каталась зимой с одноклашками. Это то, откуда я пришла. О, киса. Кис. Иди сюда, я тебя погладю. Кися. Кися. Я тебе сегодня ничего не взяла, но я тебя погладю.
Мя. Мя. Сказать так, Углич во всей красе. Кошка, которую иногда подкармливаю, оказалось, что она все-таки ничья. И кажется, она бежит за мной. Но, по-моему, Магнит ее тоже подкармливает.